Всем привет! Вы на канале Сельчанка. Идем мы в магазин Костка. Посмотрим, едем с работы. У нас сегодня так потепление передает дождь, но сильный ветер почему-то. Посмотрим, что здесь новенького есть. Вот какой классный столбик, вешалка. Это одежду верхнюю сюда вешать. $75. Вот так складывается. Лампа $100. Это тоже 100 такая вот. О, часы новые. Не было. Сколько они? $100. 25 скидки сейчас вот. Цветочки такие, орхидеи штучные, 35. Так, шампунь взяла вот этот такой, дома покажу. $4 скидка на одной банке. Матрасы, пылесосы. Уже пылесосы сюда поставили, в этот ряд. Вот робот $600. А этот 250, 319. Смотря какой. Такой пылесос 150, этот 400. Ну, дорогие. Вот такие сразу маска, и повязка, и шарф. Вот. Теплое такое, $6. Рукавички детские, $6. Вот такие маленькие. А эти по $9. Но это уже скидка, они были дороже. Хорошенькие такие. Шапки. Две шапки за $4. Такие. Термобелье мужское $7. Там двое, пара, две пары, вернее. Женское, детское 5. Недавно были по 7, уже по 5. Вот такие. Хорошенькие такие кроссовочки. $24. Вот ботиночки по скидке были 25, сейчас $17. Такие. Носки мужские на скидке. 5 пар за $7. Это длинные такие. Они, хочу посмотреть состав, вот 44 полиэстер, меня муж любит катоновые, что-то не любит он такие, то не буду брать. Вот эти 73 катон, 9 полиэстер. Эти $10 за 3 пары. Ой, за 6 пар.
такой баскетбол играть. $350. Вот такие кофты. Помните, я говорила, что они $10. Сейчас они уже по $5. Вот. Вот такие молнии. Я только немножко вот здесь не до... Не на целую кофту, но тепленькие внутри. Вот такие. Вот сколько их есть. Есть синие, коричневые и серые. И еще хочу показать куртки мужские. Вот такие. $7 уже. Были $20. Сейчас 7. Вот смотрите, какие классные леггинсы по $5. 4,97. На интернет мы посмотрели такие, то на $40 оригинальная цена в других магазинах. Очень классные. Представьте, сколько их есть. Я очень люблю их такие. Кармашки по краешку есть сбоку. И вот здесь такие еще. А это пижамки такие Disney уже по $13. Было 17, но будет еще дешевле. И вот по $5 были по 13, сейчас по 5. Такие вот штаны. Так, две, это не эти. Вот эти. Такие, ну, вот. Можно сказать, как спортивные. Сейчас я вот так покажу. Вот такие себе на резинке. Это в спортзал можно одевать. Вот такие. Здесь резиночка. $5 это нормально. А эти кофты, вот такие кофточки, $10. Вот такие кофты по $7. Вот какие цвета. Это тронитка или двонитка, наверное. Вот такие. $7. Так, а здесь... Такие женские, теплые штаны, $15. Вот такие они. Были 25, но это очень теплые, то, потому они и дороже. Вот какие внутри, флис. И вот ветровочки такие. По $10 уже в прошлом году я покупала себе. Такую за 5. Такие курточки тоненькие. Так, а здесь кофты по 15. Какие хорошенькие эти пума штаны мужские, такие мягкие, $15. О, у меня это $13. Подписчица одна просила пижаму XL, наверное, она говорила, да. То может быть я вот эту возьму за $13, которая на скидке, да? Это 95 полиэстер. А какой цвет взять? И вот эти пижамы. О, нет, она просила вот эту у меня. XXL ей нужно. Но уже нету, представляете? О, есть. Повезло. Она хотела вот эту пижамку.
без скидки, но сейчас скидка, как раз повезло, $7. И это хорошая фирма. Эти по 10, эти по 7. Такие теплые здесь. Ну, состав. Здесь не пишется. Здесь. Это будет вот здесь. Такая теплая, хорошенькая. Но как раз она хотела вот такой, такую расцветку кто-то раскрыл. Но уже нету XXL таких. То... А, есть, есть, есть. Тоже повезло. Мы возьмем такую вот. $7 это очень дешево. Так, здесь еще вот такие штаны за $7. Тоже женские. Такие скидки прям. Вот такие широкие снизу они идут. Скидки большие. Эти тоже пижамки 10. Они будут дешевле. Тоже поставят по 7 или по 6. И здесь $7. Anne Klein. Это вот такая кофточка, да, $7, вот такая кофта с капюшон, нет, не с капюшончиком, такая горловинка, женская такая, рукавчик такой, это никакие, тоже $7, это скидка уже. Так, и вижу рубашки мужские, теплые, по $10, вот такие. А курточки мужские, хорошее качество, без капюшона, $20. Кофты женские, худи. $10 такие. И вот такой цвет. Ага. И вот такой. Эти красивый цвет мне. Этот с капюшончиком. $10 тоже. Такие скидки. Вау. И вот здесь тоже, смотрите, скидки по $7. Так, Хана. Эти пижамы 15. Данкис. Леггинсы по 7. Вот такие. И, наверное, это эти кофточки. Оно нужно. Да, спленд этой кофточки $7. Вот такие. Недавно их только, я помню, привезли. Вот такой низ потемнее, а верх $7 такие уже. Джинсы женские там лежат по $10. $4. Два писа скид. Вот эти две пижамки таких. Ой, это закрытая. Все они закрыты. Вот такие, как весят, наверное. А нет, то большие. Такие сдельные. Такие $4 за 2. Это одна выходит $2. Еще есть эти халатики. Так, 3 пиз. Уже по $9. Я покупала их по 11. Уже по 9, видите? И вот эти 11. Пижамки такие на... девочек. Вот такие. Были 15, сейчас 11. Уже платья привезли вот нарядные на Пасху. По $18. Так, курточки здесь по 15, по 10 и... А, и вот этот костюмчик
$9 такой наборчик. А, нет, это пижамки, но это катоновые, видите, такие хорошенькие. Тоже на таких маленьких детей. Оп. И вот такие по $7 костюмчики детские. Фирма Charter такая. Были по 15, сейчас по 7. Идет кофточка, штаны и вот такая бобка еще маленькая. И есть на девочек. На девочек вот какие. Тоже штанишки и две кофточки. $7, это очень дешево. А эти штаны на мальчиков Puma, то $13. И $13 кофточка. Но это можно делать костюм, так как вот там висит костюмчик красиво так. Вот такие темные есть цвета. Есть черные. Очень красиво мне эти такие буквы выбитые. Это новые пижамки такие. Мне эти очень понравились. Цвет, так, расцветка. Это уже такие легенькие на лето. $15 такие. Скидки супер. Кофточки вот такие. $10. Хорошенькие. А вот еще такие кофты. Мужские. $10. Но что ж не нравится им, когда вот где рисуночек найти. А вот. Когда молния, только там. Знаете, ну если бы на всю кофту по длине, а так как-то оно как курточка тепленькая такое идет, то не знаю. Это брюки, пижамы, все такое. По одежде походили, еще мясо. Вот биф $107, говядина. Вот за такой кусок какая-то вырезка такая хорошая. Это тоже биф $133. А свинина, она, конечно, дешевле. Вот такая часть $92. 84. Это на вес идет. И вот рекламка еды. Сейчас попробуем какой-то супчик. Это такой супчик они продают. Вот. Сейчас 3,60 на нем скидка. Так 12,60, а сегодня $9. Ну так курий гриль там готовят. Кухня их такая. Все так чисто. Каждый день они в конце работы, рабочего дня, все там чистят, убирают. Потому что, когда придешь вечером, то они уже там, например, магазин до 8.30, и они уже 8, там, допустим, или раньше, уже там чистят. То я видела и не один раз. А там тоже кухня. Все открыто, все за стеклом, чтобы люди видели, как они готовят. В шапках они, в перчатках ли они, чтобы не было никаких претензий. Вот, смотрите, мое любимое кофе. Помните, неделю или две назад я вам говорила, что было... Сначала когда-то было 14, потом 16, потом 17, 18. Сегодня уже поставили $20. Ну, конечно, будет скидка на него 4, то это будет оно стоить 16. А так мы брали по 12, по 13 со скидкой. Но дорожает. Все дорожает. Вот такая новая тоже тумба для книг. $124. Интересная такая. Вот как показано. Можно ставить так, а можно вот так. Что хочешь, туда то и уложишь. $13. Тюльпанчики вот такие. Такой с стеклянной банки. И смотрите, они
они будут здесь и зацветать. Красиво, да? Вау, там есть водичка такая. Вот интересно. Вау, классно. Я не видела еще такого. Да, вот женщина уже другую банку берет. Это стою и думаю, взять, не взять, посмотреть, как оно будет. Такие красивые. Есть вот такие розовые. Наверное, я возьму вот эти, чтобы было два цвета. Возьму эту баночку. Будем наблюдать, как они будут расти.